снова здравствуйте. 25 августа. Город Спасск Дальний. Сегодняшние новости по погоде. У нас опять дождь. И с периодичностью он идет то сильнее, то слабее, но больше все сильнее. Как можете наблюдать, лужи у нас стоят большие. Сейчас мы проедем, посмотрим, насколько поднялась речка. Едем опять через центр города. Транспорта уже немного, 7 вечера. И дождь обещают до завтрашнего утра. А следующий дождь обещают на 28-29 августа. И еще сильнее, чем этот, обещают. Не знаю, насколько правда. Ну, не хотелось бы. Так, движемся дальше через центр города. Пока он немножко вроде прекратился. И вот мы решили проехать посмотреть. Люди находятся на остановке, ждут транспорт, автобуса. По улице Вокзальной в направлении нашей речки под железнодорожным мостом. Посмотрим, там поднялась ли вода, и если поднялась, то насколько. Как я уже говорил, это 19 часов 25 августа. Ну что тут у нас? Сейчас посмотрим. Приближаемся к речке уже. Опа! И знак стоит, движение запрещено. Ну что? Речка опять поднялась, похоже. Сейчас посмотрим, друзья мои. Так. Ой-ой-ой. Кто-то застрял? Да нет, стоят. А, они пытаются проехать там еще, ну, что ли, да, с той стороны. Ну, давай туда съедем, чуть-чуть поснимем. Да. Немножечко съедем, посмотрим нашу речушку, переплюйку. Да ладно оскорблять речку. Ну а что ж. Еще она у нас не переплюйка. Вот такое море, да? Сейчас мы выйдем и посмотрим, друзья мои. Давайте посмотрим на улице. Вот такая речушка у нас. Опять поднялась. Вчера только показывал, что там практически нет воды. А сегодня, вернее, позавчера было, а сегодня уже под мостом вода. И вода прибывает. Вон такси разворачивается, не стало рисковать, правильно и делают люди. Надеюсь, что эта вода ненадолго, завтра, послезавтра она сойдет опять, потому что, надо, как я уже говорил, следующий циклон ожидается на 28-е. Вот здесь кусты, посмотрите, вода уже здесь, речка разливается. Прямо быстро в течение дня поднялась. Она и так была полная. После позавчерашнего дождя, вернее, она начинала подниматься. И вот сегодня уже здесь. Да. Все, но люди еще пока едут. Люди пока едут. А в тот раз она поднималась практически, вон можете посмотреть, под мост железнодорожный. Вот такой уровень воды был. Все повторяется, все повторяется. Сейчас мы еще проедем по мосту, по улице Комсомольской, и посмотрим, какая здесь речка у нас. Подъем воды. Подъем.
объем воды, вернее, в речке, да. Сейчас посмотрим. Подъезжаем мы к Комсомольской улице, поворачиваем направо. И сейчас глянем. Едем мы по мосту. Тоже не особо полная, но полная. Мы сейчас проедем, да, по другой улице и снимем в другом месте. Нужно ехать к своему гаражу, по-моему, там у нас лучше всего места. Ну, вот здесь можете посмотреть, вот чистили, вот убирали, разгребли, чтобы вода сходила, но пока еще, конечно, не особо. На улицах вон еще стоит вода даже. Еду быстро, конечно. Но на улицах воды нет. Речка только под мостом немного поднялась. На улицах, как говорится, что осталось еще с того тайфуна. А так, в общем-то, воды нету. Сейчас мы повернем на Льва Толстого. Проедем по... Или лучше давайте, наверное, до Мельничной. Посмотрим, не идет ли с села Спасково там сверху. Проедем, посмотрим там. Какой стал черный стадион. Да, весь был, был зеленый, стал черный. Ну, он же весь под водой стоял. Все, да, чернело. Да, да, все, трава начала гнить. Все начало чернеть. Так, поворачиваем налево на улицу Мельничную. Посмотрим. Ну так. На первый взгляд вроде бы ничего. Но это было у человека, она стоит вода, у него он трубы проброшены, он качал и на неделе. Здесь вот кюветы, видишь, чистили, копали вон с огородов, да. Она и не ушла. Огороды, получается, намного ниже. Конечно, да. Здесь вот мешки с мусором люди повыносили. Наши родственники тоже вот вынесли. Ездят, забирают мусор. Да, вообще да, очень да. Хорошо помогают. Да, государство организовало это, да. Муниципалитет, наша администрация. Все убирают, помогают людям в уборке, помогают в простушке, откачивании воды. Все равно помогают положить трубы. Посмотрите, сколько человек вынес. Сколько испорченного имущества. Кошмар. Ну, здесь сегодня сверху нет воды. Не такой объем, видно, обрушился с неба у нас все-таки. В общем, вот так как-то, друзья. Ну, а тут что? Тут люди уже качают, вот. Ну, потому что в погребах у людей вода. Да, вот, смотрите, да, вот, смотрите. В погребах вода. Люди сами качают. Она уже начинает их на эту сторону, чтобы сходило в кювет. Здесь не кювет, тут канал. Канал сделан. Кошмар. И там он, похоже, дальше тоже качают. И здесь то же самое люди сделали. Вот бросили шланги через дорогу.
запах от этого просто ужасный. Вода в кюветах стоит, стоит, не уходит даже. Вроде бы и уходит, там движение вроде видно, а все равно стоит. Сколько предстоит работы по наведению порядка еще? Просто ужас. ДВ Толстого перекопано вообще. Движения нету по ней. Ну, здесь забор лежит. Еще люди никак не дойдут до забора. Все очень грустно. Там стоит вода на ипподромной. Все очень-очень грустно. Сейчас мы посмотрим речку нашу. Далеко от наших гаражей. Сейчас проедем и посмотрим. Сколько воды. Вот, друзья мои. Да полная. Осталось чуть-чуть вам. До защиты. Видите, сколько воды. Ну вот так мы проехали немножко. Делаем такой небольшой обзор, чтобы вы были в курсе, кто раньше жил в городе Спасске. Для вас, наверное, это даже хочется увидеть. Может, у кого-то родственники, чтобы лишний раз позвонить, спросить, поддержать. Ну все, двигаемся дальше, улица Парковая. Мы идем к нашей переходке. Когда-то здесь была переходка у нас. Сейчас она вся сломана, перевернута. И вот так вот шумит вода, должно быть, вам слышно. И вот так у нас поднялась речка опять. Полная, практически полная. Как жаль, что сломала нашу переходку. И когда теперь ее восстановят, даже неизвестно. А ведь здесь ходило столько детей в школу, людей на работу. Сейчас нужно обходить будет гораздо все дальше. Мы будем надеяться, что наша администрация, когда немножко разгребется и поможет людям, займется и этим делом. Вот так как-то, друзья мои. Наша речечка. Всем спасибо, кто смотрел и будет смотреть. И до скорых встреч на канале. Подписывайтесь, не забывайте. Мы ждем от вас отзывов, плохих, хороших. В общем, ждем. До свидания. Ну вот, друзья мои, мы идем к нашей переходке. Когда-то здесь была переходка у нас. Сейчас она вся сломана, перевернута. И вот так вот шумит вода, должно быть, вам слышно. И вот так у нас поднялась речка опять. Полная, практически полная. Как жаль, что сломала нашу переходку. И когда теперь ее восстановят, даже неизвестно. А ведь здесь ходило столько детей в школу, людей на работу. Сейчас нужно обходить будет гораздо все дальше. Мы будем надеяться, что наша администрация,
когда немножко разгребется и поможет людям, займется и этим делом. Вот так как-то, друзья мои. Наша речечка. Всем спасибо, кто смотрел и будет смотреть. И до скорых встреч на канале. Подписывайтесь, не забывайте. Мы ждем от вас отзывов, плохих, хороших. В общем, ждем. До свидания.